Из 118 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса сейчас в Самарской области осталось чуть больше 100 тысяч. За три месяца с рынка ушло почти 10% коммерсантов. В этой сфере занята третья часть трудоспособного населения региона. Из общего числа предпринимателей 40% занимаются торговлей, 20% – сферой услуг, 10% – производством и почти столько же строительством. Рекордные темпы сворачивания бизнеса настораживают экспертов. Мы понимаем, что по сравнению с прошлым годом мы сокращаемся, бизнес теряют ускорение. Предприниматели и банки, по сути, не кредитуют. Эти ставки, которые предлагаются, там, выше 20%, они абсолютно нереальны, тем более для стартапов. Власти готовы поддержать начинающих бизнесменов. Однако стимулирование коснется лишь науки, производства и сферы социальных услуг. Нулевая налоговая ставка будет вводиться для индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную или патентную систему налогообложения. С одной стороны, понимаем, что да, нужно давать преференции начинающим предпринимателям, особенно которые там работают в сфере социального бизнеса. У нас в среднем численность будет ограничение 7-10 человек. Закон сейчас в проработке. И по обороту примерно 7-10 миллионов рублей. Но мы это все просчитали в разрезе разных видов деятельности и в разрезе именно начинающего бизнеса. Закон планируют принять в мае-июне. Его действие будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2015 года.